Друзья, всем привет! Сегодня я хочу для вас поснимать зимний город. У нас опять карантин наступил. Galaxy, получается, где у нас торговый центр идет, опять наполовину закрыли, где в сторону фонтана идет. Центральный рынок закрыли, где там шапки, получается, продавали, кроссовки, обувь. У нас на площади Советов елку уже ставят. Большую, но что-то у них не получается, они матерятся здесь, ругаются. А это, как обычно, рабочие будни, как говорится. Вот такая елка у нас будет. Она, в принципе, вся железная идет, просто туда ветки такие вставляют елочные. И будет красиво. Ну, большая елка была, как в том году было, так и в этом. Вот машины приехали, елку ставят. Так что такие дела. Елка красивая будет. И, друзья, у нас еще кафе почти маленькое, чуть-чуть кафе закрылись. Все почти закрывают опять. Ну, мелкие там в Galaxy, где кофе продают, работы, там еще что-то. Ну а где в сторону, там дальше. Ну, короче, в туалет вы не пройдете в Galaxy. Там все позакрыли. Как вот в карантин закрывали, все так же и закрыли, только кофе оставили, чтобы продавало. И все. Ну и некоторые кафе еще закрыли. Кинотеатры, естественно, закрыты. Еще там что-то. Ну, много чего закрыли. Не все, конечно, но некоторые кафе будут работать. До вечера работают, получается, кафе. Те кафе, которые работали до 11 часов ночи, они будут закрываться уже не в 11, а где-то, ну, где-то в 9 часов примерно. У нас снег выпал. Этот снег точно уже никогда не растает, потому что он вообще сугробами уже лежит. Сейчас я вам покажу. Вот, друзья, у нас снегом все заросло, все красиво, так зимняя сказка. На улице не так холодно, минус 6 градусов. Для нас, для сибирячан, это нормальная погода. Мы и минус 30 ходили и радовались. И люди некоторые минус 30 ходят, даже не болеют. Так что, друзья, я хочу вам сказать, одевайтесь теплее, не болейте, чтобы все у вас было хорошо. Не болейте, чтобы вообще зимой тепло одевайтесь.
Вот еще, друзья, вам поснимаю, елку делают, чинят. Ставят эти ветки туда, в железные эти. Вот смотрите, как смотрится. Машина приехала. Кран. Вот так вот они делают елку. А в принципе, они и в том году так же делали. И в другом. Короче, каждый год одна и та же ситуация происходит. Потом будут игрушки елочные одевать, походу. Такие большие. Ну и гирлянды, естественно. Ну вот так вот смотрится красиво. Внизу сейчас тоже скоро сделают. Пока сверху. Они сверху вниз почему-то делают. Так что рабочие трудятся. Люди стоят на остановке, замерзают. Кому-то холодно. Вот люди стоят. Так что я сейчас на остановку иду. Но на улице не так холодно, нормально. Люди стоят, танцуют зимой. Так что такие дела. Все, друзья, всем пока. Я жду свой микрик и поеду домой.